Инстаграм рухнул по всему миру. В работе соцсети случился глобальный сбой. По данным Down Detector, пользователи всего мира не имеют доступа к своим страницам. В среду, 3 октября, в работе социальной сети Instagram случился глобальный сбой. Данные сервиса Down Detector свидетельствуют о том, что пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервиса. При попытке зайти в Instagram появляется белое окно с предупреждением, что сервис недоступен. На территории Украины соцсеть также недоступна. Сообщают о сбоях в Великобритании, Нидерландах, России, Беларуси, Польше, Италии, Швеции и других странах. Предыдущий крупный сбой в Instagram случился всего месяц назад, в начале сентября. Тогда на работу социальной сети жаловались пользователи из Лондона, Парижа и Стокгольма. Также корреспондент писал о том, что названа дата глобального сбоя в интернете. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.